С 2009 года Чебоксары являются представительством Ассоциации книгоиздателей России Приволжского федерального округа. Сегодня ее участники собрались в Чувашии, чтобы обсудить профессиональные проблемы и наметить пути их решения. Рабочая встреча председателя Кабинета министров Чувашской республики Ивана Моторина и президента Ассоциации книгоиздателей России Константина Чеченева была посвящена обсуждению наиболее острой проблемы. Что сейчас самая большая проблема – это книгу продать. А продать у нас в книжных магазинах все меньше и меньше, менее 3000. Чувашия – одна из тех республик, где книжная отрасль довольно хорошо развита. Наличие нескольких издательств, сложившаяся практика расширения книжного оборота дает возможность ежегодно увеличивать объем и ассортимент выпускаемых книг. Опыт Чувашии может пригодиться соседям, поскольку век интернета проблема сбыта печатной продукции стоит достаточно остро. Участники семинара обсудили перспективы развития кооперации в книжном обороте, инструментов информационного обмена и пропаганды чтения. 10 издателей региональных поехали во Франкфурт, где они смогли посмотреть, как происходит, как живет книжный рынок вообще в рамках все-таки мирового книгоиздания, получить представление, опять же, устроить презентацию своих книг. На совещании обсуждались и проблемы сохранения читательской аудитории, особенно среди детей и молодежи. Как приучить современных детей к чтению, какой должна быть детская книга, ответы на эти и другие вопросы участники встречи будут искать в течение 2 семинарских дней. Алена Жукова, Евгений Анисимов, Республика.